На связи, друзья. Сегодня у меня Samsung Galaxy A9, новая модель. Принесли мне его после воды. Аппарат был залит водой, не сильно, но пришлось промыть системную плату УЗВ, нижний модуль. Вот. Все заработало, за исключением. Тактиля. Не работает тачскрин. Включаем телефон. Как видите, системка чистая достаточно. Была подмочена поверхностно. Немного разъем дисплея, разъем батареи, все это я промыл УЗВ. Вот. Все остальное вроде было нормально, ничего не сгнило, принесли сразу после того, как уронили воду, также был мокрый нижний модуль, то же самое, я промыл УЗВ, как видите, тач не реагирует, поэтому сейчас мы поменяем дисплейный модуль. Только что заказал, принесли мне новый оригинальный дисплейный модуль, стоит он 90-95 евро. Думаю, замена будет несложная, он идет в сборе с рамкой. И даже со шлейфом. Сейчас я его покажу. Вот, системка. Тут эта сторона вообще вся чистая была. Вот единственное, как я уже сказал, разъем был мокрый и разъем батареи. Привет. Блядь, смотри. Погоди. Сегодня получал. Пока до тебя дошел, смотри. Новую, что ли? В кармане. В смысле, заказал? А? Заказывал? Заказывал, месяц ждал. Итак, друзья, новый дисплейный модуль. Оригинальный. Заклеен пластиком, рамка, шлейф, термопаста. Динамик, передняя камера проклеенная, то есть сложного ничего нету, нам надо будет только переставить системку, нижний модуль и отодрать батарею. Сейчас я попробую, если она не сильно приклеенная. Наверное, будем ставить на сепаратор. Включаем сепаратор. Давайте пока снимем нижний модуль. Так. Красный кабель снизу. Снимал я его феном, когда вымывал телефон.
приклеен он на двусторонний скотч, он, как видите, датчик красный, то есть здесь побывала вода, тоже страшно, здесь ничего нету, поверхностно был мокрый, я его промыл, как я уже сказал. Итак, снимаем. У нас тут не хватает, у нас не хватает датчика и виброзвонка. Алло. Си, я лучше я тянул твой номер. А, Геора, здесь. Баль, мы бен. Так, переносим виброзвонок. Датчик. Переносим датчик. Все, модуль ставим на сепаратор для того, чтобы снять батарею. Контакты стоят. Приятно работать с оригинальным, с оригинальной деталью. Ставим системку. Нижний модуль укладываем коаксиалы, красный у нас был снизу. Спирам секунду. Начинаю снимать видео, ко мне постоянно приходят.
добавляем изопропила, снимается полегче. Серьезно приклеено, посмотрите. Зачем нужно так приклеивать батарею? Давайте подстегнем, посмотрим. Загружается телефон. То есть заработал. Включаем. Что касается этого дисплейного модуля, как вы видели, дисплей работает, поэтому чуть позже я обязательно разберу его, отделю дисплейный модуль от рамки и посмотрю. По-любому там что-то намокло. Какие-то драйвера попробую почистить, заменить, потому что в принципе дисплей рабочий. Я думаю, что можно будет его восстановить. Давайте проклеим батарею. Ставим на обычный 3М. Единственный винт, который держит системку, все
все остальное под рамкой. Сильно. Не лег, как сильный камень. Видите, какое количество камер на этом Galaxy 9. Старайтесь не трогать пальцами. Вот. Если же тронули, то, конечно, перед закрытием крышки нужно посмотреть под микроскопом на линзы, если остались отпечатки, то нужно их устранить. У нас все чисто. Лучше, конечно, стараться вообще не дотрагиваться, потому что даже если вы будете их протирать потом спиртом, ватой, там чем угодно, все равно остаются следы. Лучше их вообще стараться не прикасаться к ним. Палец. А, Хосе. Диме. ¿Hay algo? Si no, ya vengo mañana, no sé qué tiene. Pues pasa mañana mejor. Estoy ocupado mucho, perdona. Vale, vale. Все. В принципе, крышка у нас на двустороннем скотче. Снимал я ее обычно после сепаратора пластиком. Вот. Скотч практически не поврежден. Спера. Совсем немного клея. Строго по скотчу, не надо замазывать саму крышку. Посмотрите, чтобы на стекле не было пыли. Получится некрасиво, если она останется. Спирай, стой, купал тебя. Вот и все. Можно поставить на 4 зажима. И отдавать телефон клиенту.
Итак, возвращаемся. Я подумал, что будет интересно. Отделил я дисплейный модуль от рамки. Как видите, сколько воды на нем было. Вот. Сами понимаете, выкидывать такую вещь нельзя. Нужно попробовать отремонтировать, прочистить. Все-таки 100 евро стоит. Евро за 140-150 его можно поставить. Поэтому снял дисплейный модуль аккуратно. Вот. Все управление модуля было мокрое. Все компоненты. Здесь вот, сейчас я сделаю зум. Вот он у нас сам разъем тачскрина. Вот он у нас чистый. Здесь тоже более-менее нормально. Драйвер чистый. Ну, здесь один контакт у нас подгнил, но я не стал подпаивать, потому что не совсем сгнил он, контакт есть. Что касается вот этой части, здесь, конечно, надо было снять. Вот мне, ну, что-то я поленился. Здесь все было в воде, все было в зеленке. Очистил просто изопропилом, щеткой, снял всю ржавчину, прозвонил все конденсаторы относительно массы. Все имеют значение, пустых нету. Вот здесь у нас вот этот диод немного подпаял. Ну так, в принципе, все нормально. Самому интересно, заработает он или нет. Давайте сейчас не поленюсь, сниму новый дисплей, который мы только что поставили. И посмотрим, заработал ли дисплейный модуль или нет. Аппарат уже подзарядился до 27%. Давайте все-таки проверим дисплейный модуль. Крышку снять большого труда не составит. Поверхностно, как вы видели, я проклеил клеем B7000. Поэтому феном будет достаточно немного прогреть, чтобы снять ее. Отключен.
Извлекаем дисплейный модуль. Снимаем рамку. Отстегиваем батарею. И пристегиваем. Дисплейный модуль. Мокрый. Не хочет включаться напрямую. Очень надеюсь, что все заработает. Но если нет, то будьте внимательны, когда снимаете дисплейный модуль, отделяйте от рамки. Вот это место очень опасное, как видите. То есть снимал я его обычным пластиком с изопропилом, с добавлением. То есть, как видите, если всунуть немного, хотя бы миллиметра на 3, на 4, то можно порвать вот эти вот шлейфа, и тогда уже дисплей можно будет выкинуть. Как видите, дисплей заработал. Вот такие вот дела. Все, друзья, дисплей оставляем себе, собираем телефон. Надеюсь, ролик был интересным.
Всем удачи в ремонте. До новых встреч.